Всем привет! Я кушать собралась. Картошку я вам показывала, да? И огурчики. А может еще и помидорчики. Вот. Видите, какие? Сама солила. А это капустка покупная. Ну, рассказывайте. У кого что? Что-то вы слишком. Угу. У кого что новенького? У меня мукбанг. Я хлеб купила. Какой-то с зерном. Сейчас я его попробую. Шелестит. Я уже такой показывала. А, заварной. Видите? С подсолнечником. Но тут не только подсолнечник. Я только с дороги приехала. И надо покушать. Так. Хлеб так надо распечатывать. Вот. Такой какой-то с морковкой он. Здесь. Вот, видите? Красненькая. Это морковка. Подсолнечник. Вот. Ах, как бородинский хлеб раньше был. Когда я ем, я глухо нем. Зубы надо вставлять. Эти пока свои. Не шиплю. Устала. Устала, пока дошла эти 2 километра. Не падайте. Вот. Пока же дошла эти 2 километра. Ну, этот ремонт надо делать, и мне даже уже это показывать не хочу, эти трубы. Вот так. Мне вот какая кошечка. Она с этой стороны. Вот так. Никогда не ел перед камерой, по-моему. Сегодня вообще какой-то день. Вчера от радости до слез довели. А сегодня может, не поняли, не поняла чего.
Вот такие дела. Сейчас распаковку покажу. Вам, наверное, интересно, что я купила. Вот огурцы купила двух сортов. Одни по 89, а другие по 109. По 89 эти гладкие огурцы. А 109 с пупырышками, с колючками, как я называю. У нас ведь своя теплица здесь есть. Но чтоб подешевле продавали, это надо на теплицу ехать. Там можно купить. Так что, ну так. На улице теплей. Снега не было бы. Было бы тепло. Но на выходные передают у нас дожди и похолодание, что ли. Такой хлебушек. Я вообще хлеб только с первым ем. Или что-то жирное. Вот. А жирные вот, да, тут натопилось от курицы. Ой, как все надоело. У меня соседка какая. Только домой зашла. Она уж выглядывает. Котиков как будто своих зовет. А мне сейчас один принес номер телефона. Я шла когда на остановку, на автобус днем в 2 часа. Встретила одного, ну не буду говорить, мужчину молодого. Вот, и спросил у него номер телефона. Вдруг когда пригодится. Когда что-то спилить. И вот он приходил ко мне один раз. Смотрю, следы какие-то. Я говорю, кто-то ко мне. Вот. И пришел сейчас. Вот я в пальто выхожу. Он говорит, ты что не выходишь гулять-то? Все уже гуляют. Я же, здрасте, я только пришла домой, говорю. С остановки Чапл, 2 километра. Я нагулялась. Я говорю, ты что, забыл? Я говорю, тебя встретила днем. Вот. Он говорит, я принес тебе номер телефона. Я говорю, ну хорошо, окей. Вот так вот. Ой, ладно, я вас отключу. Сама устала. Пока. Не знаю, буду прощаться с вами, нет. Но это может быть отдельное будет видео. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Не пишите комментарии. А с вами был канал «Все будет хорошо». И с вами я, Елизавета. Пока-пока.